Приветствую вас, дорогие зрители Golden Time Talent. Сегодняшний видеообзор приглашает нас погрузиться в мир искусства через две работы, выполненные на шелке в удивительной технике батика талантливой художницы Алина Бранденстер. Это пример того, как хобби, благодаря сильному желанию и настойчивости, перерастает в профессионализм. Мы ближе познакомимся с изящной веткой сирени и завораживающим пейзажем. Ветка сирени. Мы видим, как художница, создавая эту работу, вложила в нее не только свое мастерство, но и душу, передавая через цвета глубокий смысл. Очаровательные оттенки фиолетового и лавандового цветов сирени символизируют элегантность и женственность, а также надежду и победу. Эта гармония цветов создает атмосферу спокойствия и возвышенности. Хотелось бы увидеть больше глубины и интенсивности цвета. Также стоит обратить внимание на композицию и работу с перспективой, которая придаст еще больше динамики работе. Что касается работы под названием «Последняя линия жизни», хочется выразить мое восхищение. Эта работа, созданная художницей в сложное для нее время, стала символом ее силы и веры в будущее. В дни, полные боли и горя, она обратилась к искусству как к способу выразить свои чувства и эмоции. Мы видим, среди мягкого солнечного света расположено одно маленькое, но неоспоримо сильное дерево, воплощающее непоколебимую веру и надежду. Это дерево напоминает нам о силе духа и несгибаемости героев. Их дух живет в каждом штрихе этой картины, вдохновляя всех нас крепким узом единства и солидарности. Одно единственное пожелание, которое хотелось бы передать участнице: продолжайте выражать свои видения и чувства через искусство. Ваши картины переносят глубокие эмоции и мысли, способные тронуть сердца зрителей. На этом все, дорогие зрители. До новых встреч!